Я начал играть в CSGO в 2014 году. Прошло уже 5 лет. И знаете, в чем проблема? Я был бы намного лучше прямо сейчас, если я бы умел бы тренироваться правильно в свое время. Когда я начинал, не было адекватных серверов по десматчу, по ретейку. Их вообще не было. Но даже сейчас с этим проблемы. Люди не знают, где тренироваться. Есть сервера, я не исключаю. Я не буду озвучивать название этой сетки, но там всегда все забито, невозможно. Поэтому люди из-за этого забивают вообще на тренировку. А так нельзя. Поэтому я создал Cybershock.ru. Это проект, который даст тебе возможность тренироваться в любой момент, в любой день и с любого места этой планеты. Ну, это в процессе. Так вот, сегодня я зайду на сервера. И плюс на каких-то серверах, где фан, я раздам некоторые скинчики на тренировочных. Зайду, поздороваюсь с ребятами, скажу спасибо за то, что они играют, и покажу вам, как это все работает. Так что тебе приятного просмотра. Это Cybershock.ru. И это реально крутая тема. Я прям в восторге. Только не забудь поставить лайк перед просмотром, потому что сегодня будет много чего. Я сегодня сыграл аимку 1-1 с игроком, который меня позвал на дуэль на сервере. Короче, сегодня будет жесткий контент, поэтому приятного просмотра. Понятное дело, тренируясь на Cybershock'е, ты станешь лучше. Ты будешь играть лучше, думать умнее. Вот со мной это не работает. Так вот, на сайте MyTime вы можете реализовать свои навыки, потому что тут проходят турниры. К примеру, сейчас 25 ноября планируется турнир 1-1 на ножах, где будет разыграно 50 тысяч рублей. Зачем это делаю? Не знаю, но примите участие, почему бы и нет. Плюс на сайте MyTime проходит лига из среди аматоров, где будет разыграно 5000 долларов. В общем, это классные ребята, которые пытаются ворваться в киберспорт, и мне кажется, у них это получается. Тут проходят турниры, всякие 1-1, 1-2. Вы сами знаете, это моя любимая тема. Я там тоже буду участвовать, ожидайте меня там и ищите. Ссылку на MyTime я оставлю в описании. Окей, давайте зайдем на паблик. Тигр, давай. Сейчас посмотрим, а что у нас тут происходит. Карта Мелития. Кто на этой карте вообще играет? Камон, ребята, чего? Я на этой карте играл в последний раз, наверное, в 15 году, я очень серьезно. Это очень старая карта. Здорово, друзья. Шок, это ты? Да, что? О, здорово, братанчик. Здорово. Серьезно? Да ладно, спасибо за донат, дружище. А, прикол. Шок, распишись, пожалуйста, это шок. Прикол. Шок, распишись, пожалуйста. Назовите это прикол, ребят. Привет, привет. Как дела у вас сегодня? Рассказывайте. Это шок настоящий, настоящий. Да он фейк, забейте. Сегодня я буду играть в CSGO на фейсите. Да, это фейк. Понятно, понятно. Ну что, как дела? Играйте на Cybershock.ru. Давайте их не могу посмотреть. О, спасибо за донат, Николай. Эй, ты чё? Что это было, Тигр? Вот после этого давай друзьям главного админа на серверах. Да, это шок. Посмотрите в его инвентарь на кейсе. Фокус, это ты? Да нет. Серьезно? В общем, фокус, слышь? Да. Я тебе скажу честно. Вот скинь сейчас в чат свой тред URL, давай. Вот. Короче, чуваки, я думаю, что буду отправлять им кейсы. Один кейс это стоит $1, поэтому буду отправлять по 5 кейсов. $5. Я тебе отправил $5 в виде кейсов. Охренеть, спасибо. $5, братишка. При продаже будет 4, либо $3. Я тебя поздравляю. Теперь ты можешь купить себе новую випку на сервере Cybershock.ru. Ура, спасибо. Ладно, ребят, всем большое спасибо за игру. Играйте на Cybershock'е в паблике, а я ушел дальше. Ну что ж, летим дальше. Давайте зайдем на ВП, на первый сервер. Ну что, друзья, всем привет. Я кто? Это хороший вопрос, потому что я не знаю. В общем, друзья, я пытаюсь сделать похожим голос на Шок, и как-то не знаю, получается или нет. Расскажите, пожалуйста. Очень похоже. Короче, смотрите, я просто начал пить боржоми и пошел процесс. Ребят, расскажите вообще, как вам сервера, почему вы без випки сидите? Почему здесь только один вип и это... Потому что... Тигерс. Что вип дает? Добавь ВХ для випки, тогда может будем покупать. Хорошее приложение. Ну. Чувак, я не знаю, возможно я рассмотрю твое приложение, может быть еще АИМ добавить, почему бы и нет. И подписку на чит какую-то популярную, согласен? Но АИМ это админку, слышишь, для админки? Ладно, друзья, кто первый скинет свой трейд-оффер в чат, получает от меня $5, давайте. Скинул. Доминейт, ты меня слышишь? Да, да, я тебя слышу, братан. У тебя через час будет бан трейда, извини, пожалуйста. Спасибо большое. Чекай трейд, я тебе отправил 5 гребаных долларов. Зачем? А, тогда отменяй, бро. Все, я принял, спасибо большое. Так, смотрите, супер админка, возразить игрока, выдать оружие. Что выдадим себе на сервере АВП Лего? Калаш. Нет! Это я. В смысле, Шок читерит, пацаны, предлагаю ему бан. Нет, не, вы чё? Так, я себе ставлю бессмертие, я пошел работать. Let's go. Первый есть. Второй есть. Он вас сожрет.
Вы серьезно? Ребят, вы убейте меня, вы чё? Это шок. Я просто играю на кофе кишок. Я его кикнуть не могу, алё. Вот если ты прикол тоже випку добавишь, тоже в принципе можно покупать. Почему я говорю? Прикол модератора. Не, ребят, 11 киллов. 11 киллов. Шок, так что, пойдем аимку, нет? Хочешь аимку сыграть? Все, пошли, я тебя добавляю, друзья, давай. Если ты выиграешь у меня 8 раундов, я тебе отдам подписку на Сайбершок. Подписку целую, пошли, пошли, братан, быстрее. Пошли, пошли. Играя на Сайбершоке, вы не только можете поиграть, но еще и вызвать шок 1-1 и просто уничтожить его. Кстати, у него есть фейсит, и возможно он реально возьмет 8 раундов, и мне придется дарить ему подписку. 9 раунд. Все, друзья, пошел процесс. Если я выдаю 8 раундов, то я дарю ему подписку на Сайбершоке за 1000 рублей. Если что, говорю сразу, это не постановка, это реально такая ситуация забавная. Так, Тигр, комментируй. Счет 1-1, раунд 3. Счет 2-1, раунд 4. Нормально? Да, вообще. Время скажи, какое там. Счет 3-1, раунд был выигран на минуте 50. Блин, это лучший комментатор, это лучшая стрельба. Что он сделал сейчас? Пойдет? Пойдет. Спасибо, брат. Пойдет, брат? Нормально. Спасибо, брат. Брат, он тоже стреляет по Тимути? Так это же постанова, нахуй он стреляет. Да. Брат, он хотел меня сейчас убить. О боже. Брат. И ему 3 раунда и все. Он реально может выиграть подписку на VIP. Мне нужно 6 раундов подряд выиграть, и я ему не дарю подписку. Я сказал не больше 8 раундов, да? Не, если ты возьмешь 8 раундов. Все, у него подписка есть. Чуваки, прямо сейчас этот парень выиграл бесплатную подписку на Сайбершоке, которая, внимание, внимание, стоит 1000 рублей. Он не просто получает VIP-тег, он не просто получает резервный слот на каждом сервере из 50. Он получает визуальные эффекты, скины, перчатки, ножи от меня, роспись ВКонтакте либо в Стиме, и плюс месячную подписку на ЦИС-лиге. То есть это очень классная халява, которую он получил. Хотя это стоит 1000 рублей. Такие вот дела, я могу его поздравить, он хорош. Так, сейчас давайте зайдем на тест-матч и попробуем зайти на первый. Let's go. Вы должны понимать, что моя сетка больше ассоциируется именно с тренировками. То есть 90% серверов это только тренировки. Развлекательные сервера мы уже прошли, больше их по сути нет, ну кроме бихопа и серфа. То есть это десматч, здесь очень удобно разминаться по фпсу и так далее. Вы видите сами, то что все хорошо. Ну и плюс игроки всегда есть, то есть сейчас у нас получается 15:00, и на десматчах полный, сервер пустой, полный. То есть забита почти вся сетка, но мы будем пополнять еще сервера, и поэтому слоты будут для каждого. У нас есть 8 десматчей, 4 хсдм, это когда ты только в голову попадаешь, и 4 десматча с пистолетами. Ретейки, вы просто не представляете, насколько непопулярны. Было 8 штук, вы все забили. Мы купили позавчера новые 8 штук, теперь их 15. Я вам отвечаю, через 2 часа здесь будет забито все, все эти сервера. Давайте я зайду, вам покажу, как это вообще все работает. Короче, вас резает на какой-то позиции, и говорится, где ставится бомба. Все, бомба стоит на Б, вы просто бежите. Нормально, как читами гоняется. Читы? У кого читы? У кого читы? Какие читы? У кого читы? У кого читы, я не понял. Стоп, реально шок? Ты? Ничего себе. Пацаны, только сейчас скажите. Вот вы играете на ретейке, вам все нравится? Или... Да. Окей. Да. Да. Нет, только один вопрос. Да. Почему здесь нельзя 5 на 5, только 4 на 5? Слушай, вот в этом вопросе я некомпетентный, сори. Ну ладно. У нас идет дальше арена, и просто не представляете, насколько здесь большой спрос. Люди играют, к вечеру забиваются все сервера. Хотя в каждом по 30 игроков, это очень много. Так, заходим, сейчас я вам покажу, как это все работает, как это все выглядит. Так, ну что ж, здесь у нас просто, не буду даже объяснять, просто сами поймете. Вы играете аимку, с каждым игроком повышаете себе арену, и все. Я быстренько выиграю 3 арены и пойду. Вот, дается противник, вы убиваете его, и вы повышаете свою арену. Я сейчас на 13 арене, буду сейчас на 12. Короче, кто доходит до первого, тут получает респект, и все. Так, ну что ж, убили еще одного, и так далее. Так это все работает. Люди здесь играют, и, ребят, здорово, вы не общаетесь, что ли? Здорово. Нормально меня убивает чел. Ладно, ребят, есть какие-то недочеты по арене? Да нет. Пока нет. Ну все, я очень рад.
Да, все классно, Эрик. Спасибо. Идем дальше. У нас тут есть бэхоп. Вы сами знаете, что Эрик лютый бэхопер. Бэхопит на каждом шагу. Так вот, здесь вы можете тренироваться в бэхоп. Заходите, включаете себе музыку. Алиса, включи музыку для бэхопа. И просто бегайте. На этой карте я еще не играл, я прям кайфую. Короче, вам нравится, да, сервер бэхоп? Есть? Нет? Нет, конечно, нет. Нормальный сервер. Нет отчетов, нет, нравится. Да? Все нормально. Кроме классный сервер. Окей, окей, все шикарно. Ребят, не спамьте в чат, не мешайте людям, будьте классными, ребята. Ты ролик снимаешь? Да-да, все, я ушел. Так, ну что, остался, получается, серф, на котором я не умею серфить, поэтому вам ничего не буду показывать, как надо серфить. Просто я зайду и выйду. Здорово, привет, чуваки. Я не умею бэхопить, научите меня, пожалуйста. Привет. Супер. Привет. О, здорово. Здорово. Ребят, только скажите сразу, вот проявите свою жесткую критику и скажите, что вам не нравится на сетке серверов. Токсики бывает попадаются. Добавь, пожалуйста, побольше карт. Очень мало. Да. Хорошо, сколько сейчас карт? Около 25, ну, по-моему. Ладно, понял. Понял, дружи, все, давайте. Давай. Я ушел. Удачи. Ладно, ребят, это была сетка серверов Cybershock. Я надеюсь, что тебе понравилась эта сетка. Я не буду растягивать этот ролик, просто я оставлю ссылку на Cybershock. Тренируйся именно там. Всем пока, спасибо, что вы играете на Cybershock'е. Я пытаюсь сделать так, чтобы комьюнити CSGO было намного лучше, у нас было бы больше скилловых ребят, а тем более моих подписчиков. Я, конечно, мне это сложно говорить, но спасибо, то, что вы меня смотрите. Это очень приятно. Всем пока.